Посмотрите, какие асимметричные брови у Натали Портман, хотя ее черты лица просто идеальны. Но вот разные брови очень бросаются в глаза. Они находятся на разном уровне и разные по густоте. Это можно скорректировать с помощью дорисовки волосков. Слева мы добавляем больше волосков по верхней части брови, а справа по нижней. Таким образом брови выравниваются.